В Невском районе Санкт-Петербурга состоялось открытие футбольного чемпионата «Кожаный мяч». История этих матчей уходит в далекий 1964 год. Тогда легендарный советский футболист Лев Яшин предложил собрать начинающих спортсменов и устроить соревнования по дворовому футболу. В первый же год в играх приняли участие 3 миллиона мальчишек. С тех пор «Кожаный мяч» не утратил своей популярности среди молодежи. Глава Невского района Сергей Сидиков поздравил ребят не только как представитель администрации, но и как живая легенда этого чемпионата. Я сейчас вспоминаю, я начал заниматься футболом в 11 лет. Это как раз вот было 65-66 год. И много-много лет я тоже участвовал в этих соревнованиях, тоже вот стоял, вот стоит вратарь в такой вот форме. Я вот тоже так же стоял. И, честно говоря, потом с этим было связано много интересных эпизодов в жизни. Чтобы подбодрить ребят, были приглашены танцевальные коллективы района. Но самое важное напутственное слово сказал ветеран спорта и бывший тренер Игорь Горячев. Хотел бы вам посоветоваться, чтобы вы посоветовать, не отчаивались, когда у вас неудачи. Как сказал Пеле, нет такой ни одной команды, которая бы не испытывала горечи поражений. Но и иногда бывают моменты, когда поражение является трамплином для дальнейших успехов. Значит, еще раз, ярких вам побед, честной, красивой борьбы, красивых голов, остроумных финтов. И пусть победит в этой борьбе сильнейшая команда. Масштабные отборочные туры проходят в Невском районе впервые. Сейчас в них участвует порядка 15 команд. Хотелось бы поблагодарить администрацию, и в частности главу Невского района, и комитет по развитию физической культуры и спорта. За то, что у нас есть такие замечательные футбольные поля, и то, что мы можем играть. Спасибо! Начало играм по традиции положил глава района, который оправдал свое спортивное прошлое и забил мяч в ворота. Первыми на поле вышли сборные школ 527 и 345. Теперь задача ребят войти в пятерку лучших команд, чтобы поучаствовать в городских соревнованиях.